На данном стадионе будут проходить 4 основных и предположительно 2 неосновных мероприятия. Каких 4 основных мероприятия? Значит, это церемония открытия Олимпийских игр, церемония закрытия Олимпийских игр, церемония открытия Паралимпийских игр и церемония закрытия Паралимпийских игр. Плюс еще планируется 2 костюмированных репетиции, соответственно, точно так же со зрителями. Это стандартная практика до начала Олимпийских игр. Значит, объект вместимостью 40 тысяч зрителей на олимпийский период и 45 тысяч зрителей на паралимпийский, на FIFA 2018. Соответственно, это требование FIFA, чтобы объект имел вместимость 45 тысяч зрителей. Площадь застройки 67 тысяч квадратных метров. То есть пятно, на котором построен данный объект, это 67 тысяч квадратных метров. Площадь помещений, соответственно, общая площадь всех помещений 142 тысячи квадратных метров. Извините, секунду. А будьте добры, нельзя туда. Не верит. В наручники его. Компания Populous. Значит, объект будет завершен, строительство объекта будет завершено, и объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Соответственно, с этого момента начнутся репетиции церемоний. Они начнутся еще и до этого, но начиная с ноября месяца репетиции будут проходить на самом объекте, либо в служебной зоне, специально предназначенной для репетиции церемоний, зоны церемоний, которая находится с левой стороны от меня, с этой севера. Вот здесь вот. Где? Вот здесь. Это внутри объекта, вот розовым цветом это все церемониальное пространство. Здесь на объекте зона для проведения церемоний, для репетиции церемоний. На объекте